Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас нам нужно уже прокачать эту команду. Так, тут волтоп, тут я даже не знаю, куда идти, но давайте сюда быстренько сбегаем. Как я говорил, нам нужно прокачать вроде 15 или 18 уровней в общем на всех покемонов, потому что у нас не хватает... О, это кто? А, у нас уже есть. Потому что, ребята, у нас не хватает раркенди, чтобы купить... Не чтобы купить, а чтобы прокачать всех покемонов. Так, извиняюсь, ребята. А вот что-то не хочется сейчас идти за глоустоном, потому что сама суть того, что глоустон мы сейчас никак не сможем сделать. Глоустон, раркенди, потому что нам нужно идти в ад за глоустоном. А сейчас я не хочу за ним идти. Так, еще заспавнился, отлично. Поэтому, ребята, сейчас нам нужно прокачать. Сейчас мы, наверное, быстренько сбегаем на остров, прокачаем, ну, как минимум, ну, 15 уровней, да? Я как раз думаю, что более-менее это будет нормально, потому что... Если бы это еще такая быстрая не было, было бы вообще замечательно. Так. Да, не ты, ну чё ты... Так, вот, где ты? Ух, эти рыбы, фиг догонишь. Во, наконец-то. Ну, в принципе, если не убьет, отлично. Так, еще и выпали пару вот этих. Быстро, так, если бы я помнил. Так, так или минус? Значит, минус. Я думаю, что минус, ребята. Или я просто не помню, потому что... Нет, это джунгли, точно, мне же не в джунгли. Если так... А сейчас где? Ага, вот тут. Минус 800. А, точно. Я что-то как-то, ребята... Сейчас, у меня еще, ребята, есть для вас одна небольшая новость по поводу выхода серии. Давайте-ка мы быстренько тпхнемся на остров, чтобы там все 65400. Ну, приблизительно, да, вот так. Ребята, по поводу выхода новых серий. В группе, кто заметил, кто не заметил, было небольшое... Небольшое голосование по поводу... Я что-то выкинул? Вот так. По поводу выхода серии. Чем да, опять я не туда одел. В чем заключалось голосование, ребята? А голосование заключалось в том, что я написал расписание выхода серии. Да, я написал расписание выхода серии. И вы голосовали, кто голосовал, кто даже не знал, что там есть голосование. Вы голосовали за то, чтобы... Нужно ли расписание в общем или не нужно? Но много людей проголосовали за то, что нужно. И сейчас, ребята, небольшое расписание выхода серий. Я сам считаю, что это, в принципе, отличная идея, потому что вы будете знать, когда выйдет серия. То есть вам не нужно будет ждать целый день, да, и ждать, когда выйдет серия, чтобы потом зайти и посмотреть, да. Ну, если вы, например, ждете, да, когда там выйдет серия, нет. Все, что... То есть расписание, например, если там в какое-то время назначено, что выйдет серия, да, то тогда она и выйдет. И вы будете знать, что, ага, то есть, я не знаю, не то, что, я не знаю, когда выйдет серия, она может вот через пару минут выйти, она может там через пару часов выйти, а может, я даже как бы не успею ее посмотреть, да, может и такое быть. Но, если, например, сделать расписание, то вы будете знать, когда выйдет следующая серия, когда вы можете зайти и когда вы можете посмотреть. Ребята, я прошу отписаться в комментариях, устраивает ли вас расписание, которое я сейчас скажу, и устраивает ли вообще вас расписание. Потому что я говорю, ребята, плюс это в том, что и я буду знать, когда нужно выкладывать серию, да? Не будет такого, что сейчас что-то не имею желания, потому что через пару часов, ух, я забыл там, я не знаю, душ принять, да, я иду, душ приму еще там через час. А через час, например, там уже ужин, да, ух, ну ладно, сейчас иду поужинаю, потом выложу серию. Пошел, поужинал, иду выкладывать серию. О, нифига себе, какое-то там кино крутое показывает. Пойду кино посмотрю, после кино выложу. И то есть вы сами не знаете, когда выйдет, и я сам не знаю, когда выйдет. Потому что я уже как бы говорю, что выложу ее, но не выкладываю, потому что, ну, или отвлекаюсь на что-то, или еще что-то. Поэтому, ребята, мне кажется, так будет
будет лучше, потому что вы сами будете знать, когда выйдет серия, и вы будете, ну, как бы и ждать ее, да, и знать, что вот в то время она выйдет, до, можно сказать, до минуты прямо, потому что там выходит, как бы, когда ты пос... Так, ладно. Ну, смотрите, ребята, такое расписание. Понедельник. Обычно серия будет выходить, ребята, в... Сколько там, если я не помню? Если я помню... В 10 часов по Москве. 10 часов по Москве утра. То есть 9 часов по Украине. То есть как раз нормально так перед обедом. Даже не перед обедом, раньше, чем обед, да? То есть утром. Если вас устраивает, ребят, то напишите. Следующая серия будет выходить Far Cry. Far Cry будет выходить в 17:00. То есть уже вечером. Второе видео, да? Будет выходить в 17:00 в понедельник. И потом в 16 и в 18:00 будет выходить Assassin's Creed в понедельник. Но до тех пор, пока мы его не пройдем, да, полностью. И еще, ребята, если под первым видео, которое вышло 10 часов по Москве утром, если там наберется 120 лайков, то выйдет еще одно видео по Пиксельмону. Вот это я если честно, еще не совсем определился, когда. Например, 17. Тогда в 19:00. То есть еще вечером. Если под первым видео, которое вышло в тот день утром, 10 часов по Москве, наберется 120 лайков, то в 19:00 по Москве выйдет еще одно видео. Выйдет еще одно видео по Пиксельмону, то есть второе видео в день. Так получается. И это понедельник. Во вторник то же самое. В 10 часов по Москве выходит выходит Пиксельмон. Потом в 18 часов по Москве выходит Assassin's Creed, до тех пор, пока его не пройдем. И все. И в 19 часов, если на первом видео наберется 120 лайков, выходит еще одна серия Пиксельмона. Но опять этот спавнится. В среду, ребята, точно так же, как в понедельник, 10 часов по Москве, Пиксельмон. 17 часов, 5 часов как бы вечером Far Cry. В 6 часов вечером вот этот, как его там, Assassin's Creed. И потом в 7 часов вечером, если наберется на первой... Да вы что, прикалываете, что ли? И потом вечером, если наберется на первом видео вот этого Пиксельмона 120 лайков, выйдет еще одна серия Пиксельмона. То есть в день могут выходить до двух серий Пиксельмона, но это, ребята, уже зависит от вас. Если вы хотите, то ставьте лайки, и может выйти как бы еще одна серия, можно и так сказать. Так, четверг точно так же, как во вторник, 10 часов Пиксельмон, в 6 часов Ассасин. В пятницу, так же как в понедельник и среду, 10 часов в Пиксельмон, потом 5 часов вот этот Far Cry 4, 6 часов Assassin's Creed, но это уже вряд ли, потому что мы уже должны его до тех пор пройти, мне так кажется. Потом, что еще потом? И потом также, если наберется на первом видео 120 лайков, ну, на первом видео Пиксельмона 120 лайков, то выйдет еще одна новая серия. В субботу точно самое, что вторник, 10 часов Пиксельмон, 6 часов Assassin's Creed, и потом, если на первое видео наберется. И в воскресенье то же самое, то есть 10 часов Пиксельмон, 6 часов Assassin's Creed. Ну, если мы еще не пройдем до тех пор. Ну, и если, например, наберется на первом видео Пиксельмон, которое вышло в 10 часов, ну, 120 лайков, то выйдет еще одна серия Пиксельмона. Вот такое, ребята, расписание, то есть получается от двух... до трех видео в день. Если вас устраивает такое расписание, если вам в принципе, ребята, все нравится, то напишите в комментарии, устраивает ли вас вот такое расписание, чтобы серии выходили вот так. Если да, ребята, ставьте лайки и пишите в комментариях, устраивает ли вас такое расписание. Так, давайте этого тренера уже еще. Ну у него такие покемоны сильненькие. И офигеть сколько. Я уже думаю, нам уже должно хватить вот этих. Давайте посмотрим. Нам нужно 8, 11, то есть получается 9.
То есть получается 19, да, потом получается 29, 31, потом получается 35, потом получается 45, и потом получается 52. Да, нам должно хватить, ребята. Поэтому идем домой. ТП. Вот так. И как раз, ребята, сейчас мы поспим. Нет, сначала нет. Это кто? Ну, он в земле или он где-то летает, поэтому фиг его знает. Так, сейчас, ребята, сейчас. Это выкинем. Это тоже. Это пускай будет. Так, это, ну, в принципе, тогда тоже можно. И отлично. Так, ребята, идем вздремнем по быстрячку. И прокачаем эту команду. Ребята, Магнетона я пока что не буду эволюционировать по одной причине, то, что он не эволюционирует, потому что у него что-то забагалось, или, ну, залагалось, да, или в этой версии что-то, какой-то лаг, потому что он, в принципе, не эволюционирует. В следующей версии, ребята, когда обновится вот этот сезон, да, то тогда мы попытаемся его прокачать. Но это уже потом, Магнезона. В принципе, сейчас он у нас 60 уровень, это отлично. Так, сейчас сюда вот это. И пойдемте, ребята, прокачивать нашу команду. Следующую команду, ну, сейчас посмотрим. Давайте сначала вот эту прокачаем. Так. 55 раркенди как раз должно хватить. Мне кажется, еще должно остаться 2 или 3. Сейчас посмотрим. Какой-то там 56, 57, 58. 59, 60. Септил. Так, Септил, давай. Какой ты там? 58, 59, 60. Отлично, Фералигатор. Давай ты. 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60. Отлично, рулет. Так, 40. Какой ты там? 48. Так, что-то ты не очень там был прокачанный. Ну, да ладно. Ладно, пофиг, так, ща. Какой ты? О! Наконец-то эволюция рулета. Ща, ребята. А у нас. Да, у нас есть там еще вроде летающий. Да, еще есть там летающий. Мы же даже багона словили, поэтому и багон у нас уже есть. Соломенс. Ну и тот же. Давай. О, метанга может взять сейчас. Ну сейчас, ребята, посмотрим, я еще сам не знаю. Бравяй. Так. О! Ну, да ладно. А, точно, сейчас, мы его уже еще не прокачали. Так, какой? 58, 59, 60. Отлично. И Драгонайт, я не знаю, какой он там. Сейчас посмотрим. 50. 58, 59. 60. Вот, ребята, еще одна прокачанная команда. Блазикен, Магнетон, ну, потом его прокачаем, наверное, в следующей эволюции. Септил, Фералигатор, вот, рулет наш, и, ну, как бы его следующая эволюция, да, и вот. И как раз, да, осталось 3 раркенди, отлично. Это ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, поднимаем. Ща. И что, ребята, идем берем следующую команду. Если честно, я еще даже не знаю, кого мы возьмем. То есть, фиг его знает, сейчас посмотрим. Так, тогда эту нужно уже вот сюда ставить, во второй. Вот так. Ну что, ребята, первый у нас идет огненный. У нас остался Вульпикс или Нумил, да? Вот Нумил как раз. Давайте возьмем Вульпикса, мне так кажется. Где он? А, у нас еще Панита есть. Я не знаю, сейчас, ребят, посмотрим, кого взять. А где Вульпикс? Сейчас нужно все пересмотреть, а то я его что-то не вижу. Вот, берем Вульпикса. Следующий, кто у нас? Ух, а у нас есть электрический. Да, у нас есть, есть. Пласл. Пускай будет, потом травяной. Ух, а травяного, ребята, у нас нету. Чуртвик, Бульбасавр и Снайви, Тропиус, Вайлипум, да, этих всех мы уже прокачали. Поэтому я даже не знаю, ребята, кого.
Так, ребята, я даже не знаю, кого у нас взять, кого нам взять на ну, должность, не должность, какая нафиг должность. Кого нам взять травяным? Я... Да, психический травяной яички. Яички. Отлично, пускай будут, мне такая экзекьют, экзекьют нормально. Так, потом у нас кто идет? Водный. Водный у нас Мадкип. Где Мадкип? Мадкип, 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 Мадкип. Или... Хотя нет, пускай будет Мадкип. Потом летающий. Летающий у нас есть Сваблю. Сваблю. Так, где? Я помню, вот. Так, вот сюда. И остался дополнительный. Дополнительный, ребята, я не знаю. Я не знаю. Сейчас посмотрим, кто может быть. А Стантлер... Нормальный. Ну... Нормальный я пока что не хочу. А можно взять... Ну, Райпери... Вот это... Райхорна можно взять. Гуль... О, ну... Лето можно взять. А, вот точно, у нас еще Билл Спроут есть на должность. Ну, не должность, а в общем, травяной, да? Катерпи это не травяной, жучий. О, зубат. А, нет, я просто задумался, если у нас летающий, да, вот он. А, у нас есть еще Хорси водный, у нас Лапрос есть водный. Да, у нас еще хватает водных. Гулдин есть водный. Кого бы взять, ребята? О, ща, а может не Пласл? Хотя, в принципе, и так потом он нужен будет. Я просто подумал, может взять вот эту по Чирису. Она, в принципе, еще и Шайни. Ну, ладно, пока что нет, я так думаю. Пускай будет. И так потом, наверное, возьмем. Кого взять, ребята? Я сейчас просто думаю, я не знаю, кого нам взять. Манки, Метанга я пока что не хочу. Мистер Майем. Ну, нужно брать тех, кто не входит в команду, ну, как бы, кто дополнительно идет, да, например, давайте посмотрим, например, Гасли можно взять, еще кого можно взять, а может Пил, ща, может Пилсвайна взять, Айси Граунд, а если у него есть... Он как раз 39 уровень, ребята. Нормально. То есть, ему осталось 20 уровней. Поэтому... Так, смотрите, ребята, какая у нас команда. Вульпикс. Это у нас огненный. Пласл электрический. Потом экзекьют травяной. Ребята, вы ребята, опять залагало. Не выкидывается, не забирается, не открывается. А ладно, ща. Так, ребята, травяной у нас экзекьют. Потом водный, ну, как бы водный и вот этот, земляной. Ну, как водный, да, Мадкип же. Мадкип, да. Потом летающий Сваблю. Это у нас, ну, как бы нормальный летающий. Потом Пилсвайн. Это у нас Айс и... Ну, то есть ледяной и вот этот, земляной. Мне кажется, нормальная более-менее такая команда. Давайте тогда поставим... Первый, кто у нас идет на прокачку? Пласл. Да, то есть, если мы идем на остров, то Пласл у нас идет. Так, сюда тогда вот так. Сейчас, ребята, пойдемте купим темочки. То... Нет. Сначала для эволюции... Нам нужно один камень взять. Вульпик же... Сейчас, секундочку, ребята. Так. А, о, там босс уже. Да чё ты прикалываешься? Во. Ладно, тогда давайте сейчас возьмем для эволюции. Нет. Не говорите, что у нас нету... А, вот есть. Может... Сейчас. Еще, а, есть у нас, вот это, травяной камень для эволюции экзекьюта. Потом Пилсвайн нормально, Пласл не эволюционирует. Отлично. Так. Сначала, ребята, нам нужно купить себе ТМ-ки, как мы, в принципе, это делаем, да, для прокачки покемонов.
такие темки нормальные для нормальных покемонов, то есть для того же Стантлера, да, он там нормальный, и, например, для Сваблю. Ну, для Сваблю у нас есть там или нет? Летающие. Сёрф. Айсбим. У нас что, летающих нету? Ща, ребята. Дайте-ка посмотреть. Не вот это, а Real Ace. Да, я только, ребята, посмотрю. Я только посмотрю. Скайдроп нам нужно, Акробатикс. Так, давайте-ка я посмотрю. Орел. Ну ладно, пока что. А нормальный я даже не знаю, ребята. Я, если честно, даже не знаю, какие нормальные. Офигенные. Это что это? Я случайно взял. Гигай. Да, ща я вот это посмотрю. Сваки, Создадир. О, вот это можно посмотреть. Ща. Давайте. Да чё ты? Ща, вот так, да? Да нет, а... Ну, ща, ребята, так. Я тогда даже не знаю, какие нормальные... А чё, она, ну, размножилась или что, я чё-то не очень понял. Какие атаки нам нужны? Так, ты где? Где Вульпикс? Эмбер. Давайте вот это для Пласл. Вот это. Тандер не нужно. Экзекью. Solar Beam. Energy Ball. Давайте Energy Ball возьмем. Маткип. Маткип. Вот это лучше возьмем, мне так кажется, чем Сарф. Сваблю не берем. Пилсвайн. Пил с вами айсбим возьмем. И потратили нормально так алмазиков. Тогда сейчас, ребята, изучим вот это все. И пойдем на прокачечку. Как раз нормально. Так. Да, пойдем на остров. Там же, где мы начинали прокачиваться. И нам, ребята, нужно будет пойти в ад, как я говорил, за Глустоном, потому что нам нужно как-то да будет делать раркенди, да? Так. Вот так давай. Пласл. Тандер. Вот так давай. Execute Energy. Ты чё? Energy Ball. Вот так давай. Маткип. А, мы на маткипа мы еще вот это изучить не можем. Потом. И Ice Beam. Давайте вот так. Пойдем. Это кто у нас? Идибла. Так. Ну что, ребята, ща начнем качаться. А знаете, что нам нужно будет словить Иви? Кучу Иви. Потому что Иви пойдет и для травяного покемона. Ну, электрический у нас уже есть, да? И для травяного, и для дополнительного. Не вот это. Не убьется. Убьет. И для травяного, и для вот этого дополнительного пойдет, и для всех остальных пойдет. Что, в принципе, можно сказать, замечательно. Потому что травяной нам нужен. Так, фаз. Поэтому, ребята, нужно будет ловить кучу Иви. Кто у нас есть? Амбрион у нас есть. Да, вроде есть Амбрион. У нас нету Глассиона, у нас нету вот этого... Ливс, вот этого, как его, забыл уже. Ну, у нас нету травяного, у нас нету огненного, у нас нету Глассиона, у нас нету еще там вроде кого-то. Больше не помню, но у нас есть вроде две Иви или три, я не помню, сейчас нужно посмотреть. У нас есть Желтион, вот тут он. А вот Эспион у нас есть, а Амбриона нету, да? Да, Амбриона у нас нету, потому что, поэтому, ребята, еще и Амбриона нужно. Поэтому, ребята, нам еще дофига сколько Иви нужно словить, как минимум там 4 или 5. Чтобы они были, да? Так, у нас там где-то есть. Нет, нету. 1060. Так, 75412. Во. Вот так. Ух. Первый пласл.
17 уровень. Вот, вот этого ты должен с одного удара. Да, отлично. Этого, ух, этого я не... Нет, только не умирай, не умирай. Вот этого я, если честно, нет, не убьешь. Отлично. Так. Кто у нас первый? Да, Пласл идет. Отлично. Сейчас, ребята, будем прокачивать нашего Пласла. Иди-ка ты сюда. Да, нет, не умирай, пожалуйста, не умирай. Твою ж. Ладно, Пилосвайн. Давай ты, тебя тоже нужно прокачать. Один уровень вроде, да, чтобы ты эволюционировал. Мама свайна. Так, ну тебя я не знаю, сможем ли мы убить. Вряд ли, хотя тебя же все водные. О, куча уровней. Ну еще одну такую. Хотя, убьем. Опять куча уровней. Вот Хорси. Убили, офигеть. О, ну с... тебя я не знаю. Не, убьем. Ладно, лучше бы. Нет, тебя нет. Лучше бы не говорил, что убьем. Так, Energy Ball. Ух, нифига себе, ладно. Пилосвайн. И еще раз. Отлично. Ну харе. Харе уже. Я понял, у тебя много покемонов, но... Еще сейчас всех убьешь, что так и будет, мне кажется. Или фиг его знает. Ладно. Сейчас я уже даже не знаю. Вряд ли, мне кажется, мы сможем убить Гулдина. У нас уже, в принципе, покемонов не очень так осталось. Вообще не осталось. Маткипи, кто там. И Сваблю. Если бы ты еще бил, а не просто стоял и... Ух. Ну попади ты. Ну убей ты уже. Убей. Убей. Отлично. Еще Вульпикса убей и нормально. Ну... Электрическим тебя... не электрическим, а огненным тебя нет смысла бить. Ох, вот ты зараза. Так, дальше, Пласл. Тебя бы вот на таких прокачивать, даже... Нет, вот. Отлично. Ух, Маткип, ребята, эволюционирует. Отлично, давай. Прокачивайся, Марштомп. И я на тебя уже можно изучить, ну еще посмотрим. Давай, отлично, прокачался. Давай вот так. Где твой? Во, замечательно. Так, и давайте дальше, Пласл. Ух, не на того нарвался. Пилосвайн, да, не очень. Ну, ух, нифига себе, еще и убили. Так, вот сейчас на таких 20-х как раз нормально прокачиваться, даже на 35-х нормально прокачиваться. С двух ударов, да, в принципе, и он нас так убивает, поэтому... Поэтому нормально. И мы его. Мы его, в принципе, первые бьем, поэтому... Вот, а вот этого вряд ли. Ну... Вряд ли, но попробовать мод... Ладно. Так, этого лучше не трогать. Этот еще слишком большой для нас, мне так кажется. Стоп, Пласл, ребята, уже... Ух. Не на тебя я кидал, хотя на тебя, ну да ладно. Лучше не надо. Лучше не надо. А вот на таких 23-й. На таких можно кинуть. Ну, в принципе, это тебе нафиг не нужно, мы тебя не будем так прокачивать. Бластойза.
Вряд ли. Если сейчас не ударит, отлично. 4000 опыта, нифига себе. И вот так. Ребята, пазл уже 27 уровень. Это офигеть. Электрические тут, конечно, так качаются, что это просто сдуреть можно. Вот еще один кингер. И еще раз. И ты уже какой? 29-й? Давайте так. 30! Нифига себе тебе опыта дало. Так. И вот. Ух, нифига себе, ладно. И вот так, отлично. Execute Vulpix. Еще немного нам. Ух, ну 43-го Blastoise. Я не думаю, что да, не сможем его убить. Ух, вот ты зараза. Ну постарайся, Пилосвайн. Постарайся. Да твою ж. Зато наш маткип. Во, 4000 опыта. Вот так, отлично. Ну, ребята, давайте пласла хотя бы докачаем до 35-го, если у нас получится сейчас его докачать. Ну вот же, смотрите, как он разогнался. Он уже с одного вот этого. С одного удара убивает. Так. Еще тебя можно? Он уже 31-й. Уже 32-й, да? Да, 32-й. Ну, говорю, он тут на таких островах, они как раз так офигенно разгоняются, да? Так, вот. Тебя можно быстренько. Вас можно быстренько, господа. Вас тоже. Ну? Он уже 40-х уровней с одного удара практически убивает. Еще раз. И еще раз. И у нас уже 40-й уровень. Потопали дальше. А вот этого убьешь уже или еще рано? 40-й уровень. Убьет, уже убьет. Ух. Ух. Во. Вот. И Пилосвайн, ребята. Эволюционирует. Отлично. Давай, прокачивайся. Пылесос, а? Ну? Отлично. Амосвайн. Да, вот он, ребята. В нем нельзя кататься. И сейчас еще... Ух, зря мы кинули. Тебе же, в принципе, жизни даже толком, да, нету. Тебе еще рано, мне так кажется, его убивать. Хотя не, нормально. Vulpix, Plasl, вот их уже можно эволюционировать, Execute. Да, давайте тогда сейчас попытаемся. Ух, Energy Ball'ом тут тоже с двух ударов. Липстан. Так, вот давайте так, в принципе. Фу, ну что, если убьет. Ух. Ладно. Давай тогда ты. Отлично. Еще раз. Все. Давайте тогда еще экзегюта. Ну, ты вряд ли вот этого убьешь, но попробовать можно. Яички. Яички. Еще раз. О, яички тащат. Это же яички. И еще тебя, если бы ты убил, было бы... Ну, его, если бы ты еще убил, было бы вообще замечательно. И еще раз. И еще раз яички. И еще раз яички. Замечательно. Тебя тоже можно. Его, ребята, прокачаем сейчас до 60-го. Да, сейчас мы его до 60-го прокачаем.
прокачаем до 30-го где-то приблизительно, и можно уже потом будет эволюционировать его. Так, и еще раз. Отлично. Вот так. Ща, запихаемся, ребята, домой. Идем спать. Смотри, ребята, пласт 36 уровень. Уже, а мы его еще толком даже не качали. А, мама с вами 40-й, замечательно. Ипно. Ну, да ладно, ребята, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, ребята, не забываем написать в комментарии, нравится ли вам расписание. И согласны ли вы вообще с ним, да, чтобы вот так выходили серии. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. То есть еще одна серия может выйти сегодня. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.